Привет, народ! Рассказывайте, как у вас дела на карантине. Вот, например, у меня все отлично. Чувствую себя просто прекрасно. Правда, я в порядке. Вообще даже потерялся немного во времени. Сколько там прошло? Всего лишь пару дней, да, наверное, с момента последнего ролика. Да. Месяц. Только не кидайтесь тапками, у меня есть объяснение. Вот, все сейчас сами увидите. Примерно так я и пропал на месяц. Да. Ну ладно, не буду врать, я еще немножко поленился. Ну ладно, давайте уже приступать к ролику. Контент подоспел. Да-да-да. Я говорю, все, надо на День города участвовать. Танцевальный коллектив. Дальнюю точку съездить. Чего? Один раз съездил, все, полбака, блядь. Что? И треть бака, по-моему. Что сегодня происходит? Да пиздец, блядь. Жики стон. Нас. Ай, смотри, какой долбай обстоит. Да, музыка свой крутит, а, долбай. Ты нахуя сюда со своей музыкой пришел, а? Ты думаешь, мне и так хорошо? Мне охуенно, брат. Я на свой закинул, и у меня праздник, блядь. Идея, у меня есть идея. Какая под идея? Под эту музыку мы сейчас побежим в магазин. Бля, как это смешно. Бля, надо в таджиков внутрь переодеться, я чисто вырос на окраине. Готов? Да. Полетели. В какой момент надо выпрыгивать? Прыгай. Да блин, а... Я слышал, у тебя что-то приготовилось. Это твое лицо, блядь, об асфальт, по-моему, не мое лицо приготовилось об асфальт. О. Нет, Адам, нет. Да что ж с тобой поделать? А как управлять, кстати? На shift. Да? Я телефон просто открыл. Смотри, назад, джей. Прям до столба. Смотри. Ага. Стартуем как? Я типа считаю раз, два, три. Я еду на два, ты на три. Хорошо. И куда летим? Прямо. Прямо? Налево. Ага. Хорошо. Да. Все, на парашютах поворачиваем. Сразу как взлетаем, ну вверх летим уже, то есть на квад. Спрыгиваем. Как только можно открыть парашют, открываем и сразу Shift S и налево на озеро. Туда, к кораблю. Все, готов? Давай. Раз, два, три. Shift S. У меня парашюта нет! В смысле? Я тоже не понял. У меня он не раскрылся, при том, что я его брал. И я еще жив, я падаю с горы, я еще жив. Ей! Я сдох. Ты помянем. Че он творит? По-моему, там... Это мой друг? Это ваш друг, парни? По-моему, там Питер Гриффин сейчас устраивает жесткий. Вам не кажется то, что он слишком Питер Гриффин делает? Да. Да блин. Вы это видели? А кто перевернул? Как ты, да-да? На чем ты тут под... Ну давай, вправо-влево. Ты серьезно? Господа полицейские. Она же должна вроде. Это полицейский переворот был. Давайте. А ты чё вышел? Ай. О, второй. Понимаю. Теперь. Что происходит? О. Давай, родной, давай чуть-чуть. А теперь до полицейского участка. О, давай, родной, страйк. Спасибо. Это наш султан, это магия, наш султан. Магия, а теперь выходим из машины, это опасное вождение.
все, дорогие друзья. Надеюсь, ролик вам понравился. Если понравился, пишите комментарий, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Думаю, следующий ролик будет намного быстрее. Особенно лайки его сейчас мотивируют. И моя ленивая жопа уже займется нормально каналом. Так что до скорой всем встречи. Увидимся в следующем ролике.